сразу снимать, это до, я же тебе сказал. Доброй ночи, дорогие друзья, подписчики, случайный зритель. Приехал я в Кузьмалово, это продолжение первой части. Я был вчера в Ространснадзоре, вот прибыли на специализированную стоянку. Что, посадили? Не знаешь, не? Ну так, спецстоянка. Один человек, зайдите, пожалуйста. Чем ограничивается? Адвокаты представить. Да, это представитель. Здрасте. Здравствуйте. Денис Геннадьевич. У вас находится транспортное средство здесь. Вот, на основании протокола. Я являюсь представителем собственника транспортного средства. Собственно, доверенность паспорта. Копию будете снять. Откройте дверь. Полупьяные все. Да? Ты доверенность, покажи, что у тебя есть право забирать. Да, доверенность с правом, соответственно, со всеми полномочиями. Дальше что? Да. Вот. Это транспортное средство не груженное. Пустое. Вот. Пустое. Ну, сейчас мне необходимо, соответственно, его забрать отсюда, так как. Ну, я вам его вернуть не могу, потому что у меня нет разрешения. А какого разрешения? А, задержал ПЭЛ. Инспектор, да? А вы откажите мне письменно? Хорошо. Что вы отказываетесь по какой-то причине возвращать. Документы заберите? Да, да. Вы копии не будете снимать? Подождите еще. Может, приехали забрать транспортное средство. Там перегар такой стоит, ужас. Серьезно, что ли? Да, вообще. Ну, вон они там падают, ходят. Я вас спросил паспорт, снимите копию, возьмите, пожалуйста. А водитель кто? Водитель? Да. Я водитель. Но вы же не будете выезжать на машине? Почему? Вы за рулем будете? Да, выскочу. Тогда ваше водительское удостоверение. Давайте сделаем проще. Сейчас я сделаю проще. Mm-hmm.
Юрий Алексеевич, здравствуйте. Денис Геннадьевич, Таташвили беспокоит. А вы не могли бы подъехать на стоянку? С документами на транспортное средство, с водительским удостоверением. Свидетельством регистрации, ОСАГО. А откуда поедете? Да сейчас приедет. Сейчас приедет собственный владелец. Да, я вас жду тогда здесь. Да, приезжайте, да. Угу. А сколько ему ехать? Ну, что вы говорите? Сколько ехать? 20 минут. Тогда выходите, ожидайте. Хорошо. Приедет, так. Пусть водительская принесет, заводит машину. Да, хорошо. Вам паспорт нужен еще? Нет. Ага, все это забираю. Доверенность забрал. Все, тогда мы ждем. Можно? Да, ну просит человек, выйдем тогда. Вот, уважаемые друзья, подписчики, вот стоило тратить несколько часов жизни, чтобы приехать, забрать машину, да, и вот начальник отдела Транс-Роснадзора нет, чтобы выдать соответствующий документ, у него есть на это полномочия, обременил меня, адвоката Степана Игоревича, коллегу моего, соответственно, Вячеслава Анатольевича, на то, что мы в Полпирово приехали, в Кузьмалово, и забрали машины. Я говорил начальнику, в принципе, основание задерживать транспортное средство. Нет. Протокол ареста транспортного средства составлен с грубым нарушением процессуальных норм, на основании которого он не может находиться, соответственно, на специализированной стоянке. Сейчас я жду, соответственно, собственника транспортного средства. Я, конечно, мог бы выгнать транспортное средство беспрепятственно, со всеми правами и полномочиями. Вот. Тем не менее, я не буду усложнять эту всю процедуру своему доверителю. Он приедет с соответствующими документами, со специальными, с водительским удостоверением. У него есть право специально, соответствующей категории. И, полагаю, мы благополучно покинем это место, где транспортное средство несколько дней находится незаконно. Спасибо за внимание. Вы хотите что-то добавить, Степан Ильич? Я только лишь могу сказать, что в Ространснадзоре нету должного, надлежащего внутренностного контроля. Полностью с вами согласен. Да, о чем говорит, кстати, вот поведение одного из начальников Ространснадзора, с которым непосредственно я общался. 24 апреля текущего года приезжал с Вячеславом Анатольевичем. Вот я с вами полностью согласен. Ну ничего, будем учить должностных лиц данного института государственного служить по закону. Да, вот да. Часто тоже, да, водители обращаются, дальнобойщики в том числе, мол, так и так, сотрудники транснадзора не разъясняют права и обязанности, статью 51 Конституции, 25.1, ничего не разъясняют, выписывают протокол, до свидания, все, потом можешь ехать. Вот так люди и говорят, на самом деле. А что мы сейчас говорим? О чем мы говорим? Какие должностные лица? Это получается, если у нас, как ты уже сказал, да, руководитель такой, а что ожидать от должностных лиц, которые стоят непосредственно на дороге? Да, полностью с вами согласен. Значит, собственно, транспортное средство, давайте водительское удостоверение, паспорт. Вот. Паспорт нужен? Водитель проходит, значит, я представитель с ним тоже пройду сейчас, и я выйду, соответственно. Идем. Проговорить надо было, знаете, о чем? О чем? Когда? А мы сейчас это все... Ну, когда уже энергоаккумуляторы раскрыты. Они без этого, то есть, ну, машину грузовую не эвакуируют. Потому что ее, чтобы поднять. А кто это делает вообще? Это все эвакуаторщик делает. На каком основании они разбирают транспортное средство вообще? Против воли собственника, да? Да, я не знаю, сейчас согласен. Вот когда, видите, вот так вот. Они, получается, когда поднимают машину, чтобы коробка и двигатель не сломался, они отключают колеса полностью. То есть, когда машина едет, она всегда кардан крутится. А если машина не заведена, то коробки будут кирдык. Поэтому они его всегда скидывают и бросили.
Поэтому, то есть, ну вот они, все, они бросили его. А они сами их снимают, да? Там он воздухом, это у него 5 минут занимает. Ну, понятно, он залазит, все там, бжм-бжм-бжм, и все. А почему он не поставил? Хороший вопрос. Ну, в общем... Вот, вот видите, это же поэтому он расторможенный, то есть у него ручника нет, потому что они на каждом колесе ручной тормоз, чтобы он... Они еще был, ну, растормозили. Вот это грузовой тут такой принцип, чтобы машина, грубо говоря... Я считаю, надо поднять вопрос вам вот все-таки на будущее, вот относительно кардана. Это незаконно, и признавать действия должностного лица тоже незаконными. Степанович, как вы думаете по этому поводу? Я считаю, что все-таки... Нет технической возможности, тогда не надо забирать на эвакуаторе, у которого нет такой возможности. Ну давайте колеса снимать, давайте этот... Двигатель. Коробку. Вот. Я думаю, что... Все осмотрели, все в порядке? Ну, визуально, да, надо заводить. Сейчас. Заводить сейчас ваш. Да, приедет брат и он включит кардан. Я думаю, что препятствий уже не будет, вам вернут машину. Все документы, копии отсняли. А где этот сотрудник, который снимал кардан, соответственно? Ну, вот он эвакуаторщик. Где эвакуаторщик? Понятия. А где эвакуаторщик? Эвакуаторщик, не подскажете где? Вы не разговариваете? Не разговаривает. Неохота 2 часа ночи разговаривать с незнакомым. Мы с вами представимся. Меня зовут Акима Степан Игоревич. Я адвокат международной коллегии адвокатов Санкт-Петербурга. Я приехал защищать права и свободы своего подзащитного. И в связи с этим, что машина, транспортное средство, техническое, сложное, разукомплектовано, у меня, конечно же, логический вопрос возникает. Где эвакуаторщик, точнее сотрудник, который разукомплектовал транспортное средство, правильно, Денис Геннадьевич? Да. Вы не хотите сказать-то, нет? Это охранник обычно, да. Нет, просто какое-то отношение к сотруднику имеет к штрафстоянке. А к штрафстоянке имеет отношение, как понимаем, эвакуация. Если получить место. Спасибо. Вы знаете, там оказывается кардан, да, снят. А вы не могли бы сказать, кто, кем это сделано? Ну, наверное, те, кто ее сломал. А, сотрудники непосредственно эвакуатор, компании, да, эвакуатор. То есть не вашей компании. Нет. И вам неизвестно, ну, да, об этом вообще? Эвакуатор не снимать. Ясно, понятно. Договор. Сейчас минут через 20 еще приедет мастер, кардан прикрутит и машина уедет. Хорошо. Вы не могли бы мне вернуть протокол? Мне не вернули протокол копию. Какой протокол? Копия ареста. Протокол. Который вы мне давали? Да, да, да. Я его возвращал. Нет, доверенность и паспорт вы вернули. Мои документы, свидетельства и права. Смотрите, я снял всегда копию от того, что вы мне дали. А нет, а вот у вас закреплен протокол. Где? Так, так, так. Доверенность, паспорт. А, подождите, вот это? Да, 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 да. Мне это надо, мне потом ну, надо будет. Сорян. Спасибо. Мои документы у меня потом при выезде будут. Да, да, при выезде. А вам не вернули документы? Я только паспорт. А, паспорт не вернули, вы только паспорт. Нет, паспорт, я документы все лежат в паспорте. А, все, 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 ага. Я вижу, вот они. Тут кому-то положили, я заметил. Сейчас, подождите, я тогда протокол. А, да, да, скорее всего там ошибочно вложили. Все, спасибо. Я полагаю, уже беспрепятственно дадите транспортное, да, да, средство. Да. Спасибо.